Всероссийская акция «Минута тишины» прошла сегодня в центре города. Акция посвящена жертвам теракта в Бесланской школе. Митинг по традиции прошел у памятника Герою России Дмитрию Жзумовскому. Наш земляк и подполковник спецподразделения ФСБ России «Вымпел» ценой своей жизни спасал заложников из школы, захваченной террористами. Десятки ульяновцев пришли к зданию педагогического университета, рядом с которым установлен мемориал. Вместе с вами непрестанно скорблю по жертвам террористических актов. Вместе с вами выражаю соболезнования родным и близким. От всей души желаю, чтобы эти страшные трагедии ушли из нашей действительности. Почтить память всех тех, кто погиб от рук террористов, пришли представители власти, общественности, школьники. Сразу же после митинга на здании первой гимназии открыли обновленную памятную доску Дмитрию Жзумовскому. Герой России провел в учреждении свои школьные годы. На мероприятие приехал боевой товарищ Дмитрия Валерий Попов. Он отметил, что памятник Дмитрию Жзумовскому в Ульяновске – это символ всех бойцов, защищавших детей от пуль. Дмитрий находился на самом ближнем рубеже к школе. Он и вел постоянное наблюдение. Один из тех людей, которые вели постоянное наблюдение за передвижением террористов. Вот. И когда произошел взрыв, сначала один, потом второй, Дмитрию пришлось себя демаскировать. На весьма открытой местности ему прятаться особо было негде. Вот. Поэтому он получил ранения, несовместимые с жизнью. Сегодняшние мероприятия положили начало декаде «Мы помним Беслан». В ее рамках в разных районах области пройдут уроки мужества. А в областном центре команды силовых структур поборются за кубок по мини-футболу. Анна Тищенко, Даниил Сурков. Новости Улправда ТВ.